расскажу и покажу, как устроены мои ворота изнутри. Ну, начнем сверху. Вот здесь засов. Ворота складные. Здесь у меня отверстие находится под замок. Но этого как бы для фиксации ворот недостаточно. Поэтому я сделал следующую конструкцию. Приварил вот такую полосу в виде треугольника. Здесь петля. Идет штанга. Вот эта штанга. Здесь находится проушина двойная. Двойная для того, чтобы меньше было подвижек, чтобы меньше болталось. Внутри находится отверстие. Вставляю болт, и ворота у меня надежно зафиксированы от ветра. Вот здесь находится проушина. С этой стороны ворот находится петля. Вот эта петля вставляется в проушину, когда ворота открываются, и фиксируется также болтом. Это чтобы ворота от ветра не закрылись. Снизу находятся вот такие вот штуки. Это чтобы не бегали собаки, кошки. И чтобы удобно было открывать зимой. С одной стороны и с другой. Ворота открываются, когда открываются ворота. Сейчас я вот так еще не открыл. Вот здесь видно, как они фиксируются в закрытом положении. Здесь и внизу. Теперь они открываются. Вот эта проушина вставляется вот сюда и фиксируется болтом. Вот ворота зафиксировались в открытом положении. Теперь ветром их не закроют. Закрываются в обратном порядке. Фиксируются вот в этом месте, вверху и внизу. Закрываю засов. Штанга на петле. Здесь петля приварена, я уже говорил. Вот они болтаются без этой петли. То есть вот этого недостаточно. Теперь зафиксируем. Вот в этом положении. Вообще совсем другое дело.
Теперь вот эти сетки опускаются. Одна и вторая. Сейчас я просто землю подсыпал. Она сядет. А так они полностью находятся в вертикальном положении. И вот здесь трубка приварена. Дополнительно штырем еще фиксируется. Вставляется штырь через эту трубку в землю. Здесь и здесь в двух местах. Земля сядет, они будут вертикально расположены. Ну, может, кому-то пригодится.